naked, laughing all the time, breaking everything you find, burning houses to the ground. Stay as you were, don't be let down, 'cause in my eyes you're like Superman. Breaking everything you find, burning houses to the ground. Stay as you were, don't be let down, 'cause in my eyes you're like Superman. I like it when you try. Так, сейчас мы идем переодеваться. Перед тем, как поедем на баги, я, видите, тут в балеточках, так, по-московски. Мне Маша говорит: Лена, у тебя случайно нет кроссовок? Не хотела бы ты переодеться? Я говорю: а что, Машенька, моим ножкам будет холодно, ведь ножкам там тепло. Ножки-то в тепле должны быть. Маша на меня посмотрела, как на дурочку, и сказала: в каком тепле, Лена? Посмотри вон туда! Я решила сместить Машу на пассажирское место, и сейчас я сама поеду за рулем. А короче, как ее завести? Короче, включаешь бензонасос, вкл, и заводишь. Что, прям туда, прям нырять? Стой, стой. Я предлагаю включить сейчас здесь пониженную передачу. Уже пора, да? Да, и мы просто медленно с тобой... Так, вниз, да, просто вниз. На одну вниз, да? Так, загорелось, все, да. И когда будем какие-то препятствия переезжать, то есть особенно газу не давать, а, ну, так, чувствовать его. Ага. Руль по возможности прямо держать, чтобы не путаться. А прямо, да? Да. Слушай, тут впереди такая канава, что пипец, Маш, стоит это делать или нет? Поехали, Лена, что ты? Погоди, да пипец. Не поняла, еще раз. Очень подожди, нежно. Вы газу... уверены в этом? Да и вы че? Я просто не... Вы уверены? Только без газа, Лен, ладно? Подожди, как? Я не могу понять, что прям туда нырять? Без газа. А тормоз надо тормозить или нет? Ну, хочешь, как считаешь, ну... Сбрось газ. Так, теперь, наверное, лучше давай поедем назад. Включим заднюю передачу. Ты включила заднюю, да? Да, давай. Аккуратненько. Блин, газ очень резкий. Я боюсь перегазовать. Не бойся, не бойся, аккуратненько. Не переживай. Мы сейчас назад не перевернемся. Так, теперь давай вперед мы попробуем. Давай, включила переднюю. Сейчас пониже включу. Только ты сильно не газуй, Лен, ладно? Хорошо, включила? Да, давай. Постепенно, то есть да, в натяжку. В натяжку, натяжку, без газа, натяжку. Эц! Все, сели опять. Видимо, Леночка, да. Оттекло топливо или сломало? Чудо-машинку, может? Блин, офигеть. Лена и сломала машину за 3 миллиона. Сидят две блондинки такие. Как назад? Она же не заводится. Давай, заводи. Она не заводится, Макс. Я тебе серьезно говорю, не заводится. Приехали, Лена. Отлило топливо от бака, наверное. Давай, давай, давай. Давай, давай, Лена, давай. Это ж не машина, здесь не понял. Что делать? Приехали. Ничего такого не делала. Вы мне сами сказали, нырни в канаву. Я нырнула. Чего тебе? Осторожно.
стоп, стоп, стоп. Слушай, а что, шансов нету мне еще там пробовать вот сейчас? Давай я попробую. Подожди, горизонт, это же вот так. А как мы так, Стань? Я не слышу, что они кричат. Я не слышу! Две настоящие блондинки. Это, знаешь, с умелыми руками можно все что угодно сломать. А потом сидеть. А что такое горизонт? Мне так интересно, что он там делает. Газу, 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 Лена! Давай, 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 давай. Газу, 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 газу. Газ сейчас на максимум, всё, газ на всё, максимум. Все, все, да. Ну я сейчас максимум жала. Да, да, прям максимум. Влево руль и вперед. Сейчас попробуем. Так. Давай, давай. Мы сейчас на бок упадем. Не, 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 стой, стой, стой. Слушай, Макс, мы сейчас да вытащи, на бок пожалуйста, упадем. Машину внедорожником. Знаете, есть такое прекрасное выражение. С умелыми ручками можно и кое-что сломать. Вот в данном случае оно как нельзя подходит к данной ситуации. Потому что я думаю, что если бы за рулем сидела Маша или Максим, мы бы уже давно ехали домой. А в данный момент я не могу даже сказать, что я чувствую себя дурой, потому что я, в принципе, и не претендую на то, что я умею. Мне дали машину, сказали, вот тебе машина. Я спросила, я могу в канаву? Мне сказали, да, пожалуйста. Ну вот, хотели, получите. Просто вот сейчас, мне кажется, еще одно движение, и мы ляжем на бочок. Что этот бачок будет мой, я окажусь мордой вот в этой прекрасной луже. Но она не глубокая, Лен, не переживай. Ну, ты знаешь, мне как бы твое утешение не очень, потому что боковых стекол у нас тоже нет. Ну, это мы уже, кстати, перешли тонкую грань между ралли-рейдами и трофи-рейдами. Постепенно просто свалились. Слушайте, но при этом я вам могу сказать, что я начинаю чувствовать вкус к бездорожью. Я сейчас подумываю, чтобы такое бездорожное мне приобрести для того, чтобы лазить вот по таким вот канавам. Как ты думаешь, Маш, что мне приобрести? На самом деле, эта машина вполне для этого подходит. Просто не, здесь, ну знаешь, она здесь, стоит здесь, 3 миллиона. Понятно. Можно купить вот эти квадроцикл, звуки, подождите, Лена. Это что за звуки? А, это уже к нам хвост прикручивают, да? Так, а что включить-то? Какую передачу? Подожди, дверь-то надо закрыть. Давай, закрывай, конечно. Куда? Куда? Вправо. Вправо? А! Правее, правее, давай. Все. Ура! Yes, yes, yes. Слушайте, а давайте еще раз. Мне кажется, я проеду сейчас. Я поняла, по-моему, систему, нет? Ну, я смотрю, тебе понравилось. Ты как-то... Да, слушай, ты была прикольно. В смешанных чувствах на самом деле, но... Не, прикольно очень. Я сейчас хотела бы еще раз повторить. Слушай, Костик, у нас времени нет еще раз? Мне кажется, я проеду со второго раза, нет? У меня обмерзло лицо, у меня вот давит вот эта вот хрень мне на нос, я нормально дышать не могу. Вот это мне давит на шею. Ай, у меня какая-то муха залетела под шлем, и, короче, я не понимаю вообще, как ты это выносишь по
там, 8 часов. Я как-то не очень готова ехать штурманом на весь шелковый путь. Блин, да снимите вы это с меня. Как это снять? Я не то чтобы девушка изнеженная, но это реально невыносимо. Я дышать не могу, мне очки на нос давят. Еще мне холодно, потому что я не одела ветрозащиту. Еще мне в лицо прямо тыкается вот эта вот штука. Что это такое? Короче, я начинаю бухтеть уже. Так, выпустите меня. Маша, она капризничает? Ну, есть малеха, но сейчас отточим. Слушай, я не могу, потому что мне из-за шлема, мне кажется, что между мной и землей есть какое-то расстояние. Мне прям кажется, что я из-за того, что я вот так, когда голову держу, у меня нет ощущения земли под ногами, потому что вот здесь вот, ну, из-за вот этой вот, короче, из-за этого ошейника, из-за этого хомута, я не вижу, где у меня земля. Слушайте, я реально странно хожу, я как-то вот так делаю. Давайте я буду пытаться сама пристегнуться сейчас. Вот эта вот бляшечка, рычажок вот этот вниз, да, ага. Вот еще есть. А штурман сам пристегивается или его кто-то пристегивает? Вот такой ремень нужен для того, чтобы в случае переворота, да, ты просто висишь, да, и все. Так, ну что, сегодня я познала, какая на вкус грязь. Маша встретила меня в аэропорту на Toyota Land Cruiser. Точно таком же, как был у меня, серебристым. Я даже задумалась, Маша, откуда у тебя Land Cruiser? Маша, откуда у тебя деньги? Пилоты так хорошо зарабатывают. Ну, на самом деле, достаточно есть устойчивый, хороший бизнес, которым занимаюсь. Ну и, в общем, не первый год живу на этой планете, и были некоторые накопления, приобретала машину за машиной и, наконец-таки, доросла до такого вот бычоночка. Ты тоже кайфуешь от крузака? Безумно, очень нравится. Вообще, всегда была фанаткой BMW. Причем исключительно трешек. У меня были все возможные варианты. Купе, там, 90-й кузов, 46-й кузов, 36-й кузов. Просто фанатела по полной. И в какой-то момент случилось так, что села на Land Cruiser 100. После новой BMW купе 330-й в 92-м кузове. Думала, вот смотри, и салон, она была не новая. Салончик был такой какой-то не очень пожухший. И я настолько влюбилась в эту машину, что вот она позволяла ехать и не задумываться, что я знала, что она меня не подведет. В общем, тебе удобна эта машина, и в реальной жизни, помимо багги, ты ездишь на крузаке, правильно? Да, абсолютно верно. Она очень вместительная. Я чувствую себя в ней мега безопасно на дороге и не знаю, что там еще добавить. В общем, Маша ездит на сером крузаке, один в один, как был у меня, с точно таким же салоном, что наводит на странные мысли. Сейчас пойду знакомые царапинки поищу на нем, когда выйдем. Ребят, я вам хочу рассказать о том, что вкратце, о том, что на самом деле труд пилота и штурмана, он очень-очень непростой. Хотя бы с точки зрения здоровья. И мы сейчас идем смотреть, как Маша качает спину. Спину и попу! Потому что я, например, разговаривала с одной женщиной-пилотом вот там на Астраханском ралли, и у нее в спине две титановые пластины. Вот чтобы этого не происходило, сейчас пойдем в спортклуб и будем смотреть, как Маша будет качать спину и обтягивать попу.
Я люблю бывать в спортклубах, потому что вот здесь много красивых людей вокруг. Красивых девушек и красивых парней. Что ты на меня смотришь? На него переводись, елки-палки, пока он не ушел. На самом деле, ребята, шутки шутками, но про титановую пластину у пилота «Газели» у девушки я не шутила. Это действительно так. Поэтому большинство профессиональных участников ралли-рейдов сильно занимаются своей спиной. То есть в обычной жизни они много тренируются. Насколько много, сейчас расскажет, наверное, сама Маша. На самом деле все правда, Лен. В любой автомобильной дисциплине, будь то ралли-рейды, классическое ралли, у каждого пилота или штурмана есть определенные проблемы с позвоночником и со спиной. Я, к сожалению, не исключение. Есть ряд проблем в пояснично-крестцовом отделе, так называемые пояснично-крестцовые грыжи, которые в один определенный момент дали о себе знать. Было два пути. Либо начать заниматься собой, либо делать операцию. Естественно, пошла по первому пути, потому что никто не хочет хирургического вмешательства. Занимаюсь в зале, наверное, 3-4 раза в неделю. Также пытаюсь активно заниматься кардиотренажерами, будь то это велосипед, будь то это какие-то стандартные обычные беговые дорожки. В принципе, покажу упражнения, которые делаю для спины. Мне это очень помогает, и если хотя бы один день я пропущу утреннюю зарядку, то как планка, растяжка, в принципе, к вечеру это может дать о себе знать. Для обычной жизни я чувствую себя абсолютно нормально и адекватно, и когда вот если бы я не занималась автоспортом, гипотетически можно было бы, забить на это все. Но поскольку занимаюсь автоспортом, я не могу пропустить ни одного дня, потому что в какой-нибудь момент это выстрелит так, что мало не покажется. Поэтому, в общем, жизнь, борьба не только с багги, но и с самой собой. Что касается меня, я свою тренировку всегда начинаю с кардио. Ты на шестерочке ходишь? Я хожу на 5.5 где-то. Просто быстро хожу. Я никогда не бегаю. Я тоже никогда не бегаю, но хожу на шестерочке всегда. Иногда даже хожу на 6.2, когда у меня много энергии. Единственное, я поднимаю практически до максимума наклон. В моем виде спорта архи главное быть выносливой. Да. Я не спринтер, я марафонец. Скажи, у тебя было когда-нибудь, что ты просто вот ехала, потом прям махнула рукой, да пошло оно все, остановилось, вышло нафиг оттуда. И просто из-за этого ты бросила гонку, потому что все, ты больше не можешь, и сил твоих больше нет. Честно, никогда не было, но я начинаю понимать, что что-то не так, когда мои мысли уходят далеко вдаль, я начинаю думать о маникюре, о том, куда я положила расческу, взяла ли я ее с собой вообще из дома в гостиницу, выключила ли я койку для волос. И тут я понимаю, что, Маша, соберись. Я могу прийти в гостиницу, расплакаться. Да. А бывает такое, скажи? Бывает. От чего? От неудач или просто психика сбоит уже? Бывает от неудач. Бывает от какой-то обиды, что я могла лучше, но не вышло. И самое смешное в этой ситуации, когда ты финишируешь, и к тебе подбегает журналист, и я вот вроде все вот отпустил. Я к тебе подбегаю, так и говори да. Прямо. Я ты подбегаю. Ко мне подбегаешь и говоришь, Маша, расскажи. Маша, а я стою, глотаю ком в горле и понимаю, в принципе, ты вот очень хочешь заплакать. Базовый тренажер для гиперэкстензии. Единственное, я делаю его несколько странно там по сравнению с другими. Я поднимаю поясницу. Я сейчас покажу это, да. То есть это специальное упражнение вот для таких инвалидов в кавычках, как я. Это тебе из-за того, что какие-то уже изначально есть проблемы со спиной, да, тебе так прописано? Да, то есть мне показали и сказали, что вот это твое, ты должна это делать постоянно. То есть я максимально расслабляю спину и начинаю подъем вот только с поясницы, вот так вот.
И что ты чувствуешь при этом? Ты вот здесь, да, чувствуешь? Да, я чувствую здесь. То есть у тебя... А, ну ты не включаешь ягодицы вообще, ты чувствуешь? Ягодицы я могу включать и могу сжимать. Ну да, но основной же эффект, да, когда ты поднимаешь... Да, я иду вперед вес, как бы поясницей. Вот, а сколько ты делаешь? Я делаю по 15, по 20 раз, по 3 подхода. Зависит от состояния. Такое базовое упражнение для меня в первую очередь, очень важное. Во-первых, я делаю с весом. То есть у меня вот здесь вот блинчик. Да. Дальше я опускаюсь вот так вот, то есть не до максимума, не прям расслабляюсь, а опускаюсь где-то вот до такого положения. И дальше я сжимаю ягодицы. То есть у меня сначала я делаю максимально одну, потом максимально другую. И здесь вот у меня вот момент блин. То есть, но для меня здесь самое главное, это вот эта часть. Ягодицы можно доделать, например, там, не знаю, приседами, выпадами, чем угодно, да, то есть, но в моем деле главное что? Главное пояснично-крестцовый отдел. Тяжело ли тебе девица? Тяжело ли тебе с блинчиком? Нагрузки действительно очень приятные. Да она мастер своего дела. Вот прям вот прямая дорога в штурманы или в пилоты. Дальше я предлагаю, ну не я предлагаю, я обычно делаю, я иду качать пресс, поскольку стандартным образом я качать пресс не могу, когда ты лежишь на полу и поднимаешь корпус, я наоборот поднимаю ноги. Так, внимание, марш! Ух, пошла трястись. Пошла трясочка. Да. Ну, посмотри, разве я так могу? Я так не умею. Маша рассказала нам сегодня, каким образом сохранять себя в более-менее живом и здоровом состоянии в случае, если ты являешься профессиональным пилотом по ралли-рейдам. Я, конечно, по сравнению с Машей, абсолютный халявщик с точки зрения спорта. Но у меня и задач таких нет. Моя задача лишь радовать вас более-менее приличным внешним видом. Маша же в основном активно занимается здоровьем своей спины. В общем, ребята, день удался на славу. Съездила я в Питер, начался день с того, что я опоздала на самолет и прилетела самолетом следующим. Слава богу, в Питер они ходят часто. Нет, шлем я сама не сниму, поэтому буду сидеть в шлеме. Значит, Маша прекрасно, так грациозно носилась по полю. После чего Маша сказала: «Давай-ка, Лена, попробуешь ты». Точнее, Лена сказала: «Маша, я хочу попробовать за рулем». Я вам могу сказать, что если носишься по полю, эта машина весьма комфортна. То есть я села и поехала, и вообще нет никаких проблем. Ехала быстро, замечательно. Подвеска мягкая, комфортная. Короче, отличный багги. Все мне понравилось. И мне кажется, что если ехать не по ямам, а по прямой дороге, это вообще халява какая-то. В общем, легко и все, и удобно. Но дальше я увидела канаву с водой. Говорю: «Ребята, а можно я нырну в канаву?» Они говорят: «Ну, нырни в канаву».
Ну, я нырнула в канаву, и чего они материться начали, я даже не понимаю вообще, потому что я же им говорила, что я нырну в канаву, и что я, в принципе, не умею ездить по бездорожью, и что багги я вижу первый раз, а теперь ходят недовольные и надулись на меня, да. Даже не понимаю. Да ладно, ничего, мы не надулись, но... Ну, брызговики оторвали, которые приварены были. Вот результат, вот во что превратила Лена дорогостоящий аппарат. Ну, морда вся в грязи, ну, вот так я съездила. Вот, как в этих случаях я говорю, вот они, ручки, вот они. Ну, вот так я съездила в Питер, ребята. Засим, давайте попрощаюсь и поеду делать онлайн-эфир на радио «Маяк». Пока! Вся жопа теперь в грязи у меня, отлично. Ну, она нет, она не, ну, не шибко грязная. Но мокрая. Мокрая? Да. Ну, так ты села, потому что там, где мы ездили... Сядь на жопу, сядь на жопу!